Ребята, всем привет, с вами Александр, Jurassic World Live, и у нас вот такие вот противники, это команда противников, которые запрещают нам проводить замену, то есть у них у каждого есть удар, блокирующий замену, то есть это обычный удар, здесь вот такой удар, опережающий там, кстати, был. Так, а ну-ка, кто это у нас? Гриппозух, первый ход. Так, ну, значит, нужно взять кого-то, вот так вообще по изи еще пойдем, и всех там нагнем. Так. Ну, давайте вот, кстати, тут же, блин, можно брать просто было иммунитетных существ, и они бы с этим всем делом справились. Я и как-то и подзабыл об этом. Так, что там у него, что там у него? Ничего такого особенного нет. Можно спокойно себе дымажить. Шинковать. А, ну типа усилился. Но... Давайте рискнем. О, это круто, мы рискнули. Мы рискнули круто, мы сейчас его пробьем. Блин, поспешил, у нас освободился двойной урон. Ну ладно, хотелось за один удар пробить. Это было больно. Гаденыш. Ну, мне есть опережающий паралич, если я до него доживу. Сначала удар, потом от нас отнимут здоровечко, и потом мы применяем опережающий. Но он не пригодился. Пригодится вот сейчас. Давай, диплодок, давай, возвращайся. Нет, решил вернуться гриппозух. Черт, почему? Он останется живым. Он шустрый гад. Не кританули. Так, ну прошло оглушение. Мы тут умерли случайно. Ну, раз такие дела, давайте трики. Нам не нужно, в принципе, особо защищаться. Не пробьет он нас. Крит. Так это была контратака всего лишь. Так, и моя первая онлайн битва после обновы, после введения усилений, короче, давно не сражался, сейчас мне должны надрать задницу. Сейчас появятся какие-то трикозавры со скоростью 160, наверное, да? Ну, посмотрим. У меня динозавры пока что без усиления. Я никому не применял усиление. Так, о-о-о, вот-вот-вот, о чем я говорил. Скорость 120. Скорость 120. У нас иммунитет, потому можно, в принципе, исчезнуть. И мы можем его пробить за один удар, на самом деле. Хотя... Ах ты, блин, он щит сейчас будет использовать. У него опережающий щит, он должен его сейчас поставить. А, я броню-то не пробиваю, но... Ну-ну-ну, давай. Уклонение не сработало. Он думает, ну что тут думать, щит ставить надо. Почему он не поставил опережающий щит? Очень странно. Так, ну сейчас надо, наверное, подменяться, да и линять отсюда. Так, этот парень тоже с бустом. С бустом чего? Как понять, что за бустерс? Я эти значки еще-то не запомнил. Почему он на него подменился, интересно? Дракоцератопс нужен-то для самостоятельной подмены, тогда он двойной урон наносит, а так... Ну это тебя что, спасет, что ли?
Так, что у него тут по ударам? У него нету ничего особенного. А опережающий удар у него есть какой-то? Нет, только очищение. Но ну, может использовать, если хочет. Противник долго думает. Это реальный игрок, как будто бы. Да? Ой-ой-ой. Так, ну и что у него там следующее? Кого Трики съест? Я думаю, Трики выживет. Противник долго думает. Индораптор тоже с усилением. 128, но у него усилилось, то есть... А, вот, показатели зелененьким это усилили. То есть там было вообще все усилено, что ли? У него обычный удар сейчас доступен, да? Ну, давай так. Тут на контратаках посидеть надо. Отлично, мы 1,5 урона пережили. Сейчас будет какой-то сильный удар. Вот этот. Вообще, блин, он как-то глупо очень играет. Мы все его удары отконтрили. Ну, сейчас он должен, конечно, стать невидимым, но если мы попадаем, ему хана. А если он бьет какой-то другой удар, то ему тоже хана. Да, он просто взял и это сам умер, да, скажем так. Очень легко получилось. И эпический инкубатор. Очень даже приятно.